Это удар по воротам и гол! 3-1! Хаким Зиш. Для меня это обычное дело, ничего особенного. 3-1! Какой гол Хакима Зиша! А я говорил, что это его фирменный удар. Жаль, не слышал меня Кепа Аристобулага. Он бы отбил, может быть, даже переместился в дальний верхний угол. Просто потому, что так...